работа, дистанционное общение и тому подобное. Это то, что имеет свою обратную сторону. Я имею в виду психологические последствия. И вам психологи скажут, в чем заключаются эти последствия. Они вот в чем. В одиночестве, в тревоге, в депрессии и в психосоматических расстройствах. То есть человек не получает нужной энергии, которую он привык получать до этого периода. Вот. И поэтому последствия дают о себе знать. Поэтому наш формат, который представляет собой живое общение, он очень важный. Не с точки зрения информации, но с точки зрения энергии. Потому что сюда приходят люди, которые одного уровня подготовки, вот, которые настроены на интеллектуальное общение и которые несут с собой в большинстве случаев позитивную энергетику. Поэтому вот эта подпитка происходит. Вот это энергетическая составляющая нашего общения. Ну и кроме того, если вы действительно интересуетесь соционикой, вы приобретаете опыт диагностики. Но если один раз вы посетили, конечно, этого недостаточно, но вы видите людей разных типов и более того, даже имеете возможность с ними пообщаться, причем вживую. И это очень важный опыт, так как эмоциональный интеллект для нынешних условий – это очень важная часть вашего успеха не только в личной жизни, но и часто в бизнесе.